И видно. Смотрите все, друзья. Без припека хорошо. Блин на масле, как это вкусно. Со сковородки, да на тарелку. Блин с повидлом, да со сметанкой. На свете нету еды вкуснее. Мы возьмем муку и яйца, на плите шкварчит сковородка. На холодильнике стоят икра, селёдочка и водка. Это самый вкусный праздник, мы его встречаем по-русски. Ну а что касается блинов, то лучше нет закуски. Блин на масле, как это вкусно. Со сковородки, да на тарелку. Блин с повидлом, да со сметанкой. На свете нету еды вкуснее. Блин, блин, блин с икорочкой, ой, ой, как это вкусно. К тому, кто съест 15 штук, навряд ли будет грустно. Блин, блин, блин с селёдочкой, ой, ой, весьма бюджетно. И целый день жевать блины вкуснее нет сюжета. Кушаем, кушаем. Как это делать тебе? Очень хорошо, очень приятно. А Захарушка, что у нас сегодня на диете? Я уже съел. Блин, блин, блин с вареньем ем-ем-ем, а мне все мало. Блинов примерно с килограмм в меня уже упало. Блин, блин, блин со стопочкой, ой-ой, и все чудесно. Блинков откушать от души и вкусно, и полезно.